Ольга Александровна, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Чем я могу вам помочь? Я потеряла карту в Москве в аэропорту. Подскажите, пожалуйста, я могу перевыпустить карту в Санкт-Петербурге? Ольга, я понимаю, ситуация действительно неприятная. Но не переживайте, мы заблокируем потерянную карту, хорошо? Угу, спасибо, большое спасибо. Знакомьтесь, это Татьяна. В этом месяце Татьяна стала лучшим оператором по входящим звонкам. Только представьте, она приняла 1 000 000 звонков и на 70% ответила сама. FCR у Татьяны, между прочим, 72%. Ах да, Татьяна не человек, а интеллектуальный IVR, робот в банке. Она общается с клиентами и помогает им решить вопрос прямо во время звонка. Чтобы заблокировать карту, нужно пройти идентификацию. Назовите номер телефона, к которому привязаны банковские продукты. Так, +7 921 99 90 099. Ага, и ваше кодовое слово назовите, пожалуйста. Морской огурец. Интеллектуальный IVR понимает естественную речь, умеет идентифицировать клиента, обращается по имени и сам справляется с любыми запросами собеседника. Например, поможет клиенту выпустить новую карту. А теперь давайте создадим заявку на перевыпуск вашей карты, хорошо? Да, давайте. В каком отделении вам удобно забрать карту? Так, моя гостиница в Питере находится вроде бы рядом с метро Московская. Там есть поблизости отделение? Адрес и время работы ближайшего отделения отправила вам в СМС. Карта будет готова в течение 2-3 дней. Вам придет уведомление, когда ее можно будет забрать. Робот задает клиенту вопросы, формирует заявку и отправляет ее в нужный отдел. Это очень удобно, ведь интеллектуальный IVR бесшовно встраивается в процессы и становится частью экосистемы вашего бизнеса. Интеллектуальный IVR строго следует сценарию, гибко подключается к внешним и внутренним сервисам, CRM-системам, телефонии или базам данных. Он понимает любые, даже самые сложные индустриальные термины или аббревиатуры и упаковывает результаты работы в наглядные отчеты. Бизнес отслеживает важные метрики по каждому проекту. Так, за пару кликов можно проверить количество поступивших звонков, среднее время разговора с клиентом, FCR, причину обращения и количество звонков, переведенных на оператора. Позвольте своим клиентам сэкономить время и решить вопрос всего за один звонок. Подключите интеллектуальный IVR.